Всем привет! Ну что, сегодня мы будем пробовать пройти третьи космарки. У нас есть 21, по-моему, попыточка на кошмарке. Постараемся за 21 попытку затащить полностью третьи все кошмарки. Думаю, у нас должно это получиться с нашим составом. Так, магия есть. Вот такой у нас состав. Надо по чуть-чуть им просветы прокачивать. До 80-го. Ворожай, тыковка. Ну, в принципе, по стандарту, как обычно, я хожу. Так, ну, что, побежали. Кошмарка 3-1. Будем отсюда начинать. Начинаем с Анубиса. Почему я не начинаю с тыковки? У меня тыковка еще пока остается на маленьком уровне. Вот видите, что Фрейя делает. Просто песня. Без проблем. 3-1. На 3 звезды. Так, первое есть. Кошмарка 3-2. Так. Попробуем тут вот, значит, с этой стороны, где смерть стоит. Выпускаем всех. Так, морозим. Так, давай. Ух, хорош. Ну, тоже, как видите, Анубис решает. Мне этот Анубис даже больше нравится, чем с богом войны. Так, есть. Кошмарка 3-3. Смотрим, что тут у нас интересного. Так, ну попробуем отсюда зайти. Усиление. Морозим Атланта, чтобы не включился. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Опасно. Можно было на Атланте слиться. Но мы не слились. Повезло, ребят. Можно, конечно, тыковку было кинуть отдельно от всех. Со стороны башен, чтобы она на них разогналась. Ну, 3-3. Без проблем на 3 звезды. Так, кошмарка 3-4. Так. Откуда тут лучше начинать? Ну, лучше начинать вот отсюда сверху. Ох, как Анубис там ударил. Фига себе. Смотрите, что делается. Жесть просто. Просто жесть. Ну, все. 3-4. Если у вас там берсовая тыковка, либо там она не особо прокачана, начинать надо ее вкачать, желательно на вторую эволюцию и начинать с нее танковать, чтобы она быстро заряжалась. Так, есть. Ну и также использовать гильдейскую магию, но мы пока бегаем без нее. Нам в ней особо надобности нет. Так, 3-4 у нас на 3 звезды. Кошмарка 3-5. Ну, начнем отсюда, с этого угла.
Без проблем. 3,5 на 3 звезды. Тыковка творит чудеса. Есть. 3,5. Зафармили. Так, тут у нас дофига станящих башен. Начнем вот с этой стороны. Тут, скажем так, поменьше юнитов. Так, есть, точнее, не юнитов, а проблемных героев, которые могут слить за раз. Ну вот, все, без проблем, зачистили. Ух ты, прилетает неплохо, тыковка разгон не может дать. Очень медленно идут. Так, надо заморозить частично башни, потому что проблема. Видите, Анубис мешает тыковке взять разгон. И у нас Анубис очень жестко проседает, это проблема, может быть. Так, 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 ну все. Тыковка сейчас должна зацепиться у нас. Все, супер. Вот наконец-то она зацепилась за ратушу, и мы без проблем сейчас просто на разгоне все сольем. Я надеюсь. Так, Анубис, давай. Че ты стал? Жесть просто. Так, есть. Какая это была у нас уже? 3-6, ребята, с первого раза. Три семь. Ну тут тоже начнем с этого же угла. Кидаем всех, начиная с Анубиса. Усиление. Так, тут немножко приморозим бога грома, потому что мог слить нас. Так, 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 разруху, разруху, разруху. То есть сейчас разруха нас хлопнется один раз. Ну все, тут уже без проблем должны затащить. Ух ты, как тыковка проседает. Эй! Ай-яй-яй. Испортили нам всю картину. Блин, обидно, обидно, однако. Сейчас самое главное, чтобы Анубис выживал. Выражая его по максимуму бафал на отхил. Ну, думаю, нормально, затащим. Вот с доспехом. Вот видите, как хорошо, когда есть доспех против башен. Они даже его станут, он их по чуть-чуть коцает все-таки. Все, без проблем. 3-7. На 3 звезды с первого раза. Блин, круто, круто. Доспех, конечно, урон наносит, когда критует, вообще обалденный. 200 тысяч, 230, 240. Жесть просто. Это без тыковки разгона. Жестко. Очень жестко. Так, есть. Что там? 3-8. Кошмарка 3-8. Пробуем отсюда получить разгон. Так, сейчас разогнались, морозим ближайших героев. Атланта, Атланта, Атланта. Ну тут без проблем, смотрите, какой разгон тыква. Супер. Мало станящих башен, у нас тыковка просто без свитка. Если бы она в свитке была, тут бы просто пролетали все. 3-8, 3 звезды.
Так, 3-9. Поинтересней будет. Попробуем отсюда. Так, морозим героев. Самое главное их слить вовремя. Эй-эй-эй-эй! Тыковка, ты чего? Разгон, где? Все, супер. Видите, как... Ух ты, блин! Ворожай! Ай-яй-яй, какая подстава от ворожая. А так хотелось с первой попытки все пройти. Жестко нас ворожай, конечно, подставил. Все, ребят. Да, обидно, обидно, однако. 3-8 нас не пропустило дальше. Видите, ворожай слился и все. Тоже немаловажную роль играет в подземках. Теряем сразу подхил и все. Побежали. Точнее 3-9. Давайте отсюда теперь начнем. Может отсюда получше будет. Так, разруху заморозили. Так, добейте, добейте, добейте разруху, эй. Блин, сейчас разруха всех ультой может просто снести. Да блин, что делается? Ворожай. Ух ты, все, сейчас опять сольем. Ух, 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 ух. Опять то же самое. Да что такое, ну? Смотрите, какая злобная подземка. Так, 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 тыковка, 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 разгон. Жесть просто. Ну все, вся надежда на то, что тыковка сейчас даст баф Анубису. Ну, 50% есть. Давай разгон. Жопа. Ну, 50% хотя бы сделали. Обидно, однако. Но потом ее допройдем. Вернемся, когда у нас останутся попытки. Побежали опять. Хотя, в принципе, думаю, если бы мы использовали гильдийскую магию, мы бы без проблем попробуем, когда вернемся к ней с гильдийской магией зайти. Так, ну что? 3-10. 3-10 и спать. Так, тут Атлант. Начинаем с этой стороны. Начинаем с Анубиса. Усиление. Морозим. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Видели, что РТшка сволочь сделал? Обидно, обидно, однако. Ну, думаю, тут башен не особо много. Должны затащить, по идее. Если ворожай будет давать баф. Самое главное стрелковые башни по чуть-чуть добить. В принципе, нормально будет. Остальные башни тут особо угрозы нам не несут. Ну, все, ребят. 15 минут и третьи кошмарки пройдены. Практически, практически с первого раза все прошли. Ворожай нас подставил два раза. Жестко причем подставил. Лучше бы тыковка умерла. Да, посмотрим, или четвертые кошмарки будут такими же легкими, как третьи. Как видите, Фрейя тоже очень хорошо помогает на добивании героев. Все. Вот так вот. За 11 попыток.
Так, оживляем. Поехали пробовать добить, чтобы мы больше не возвращались сюда. Так, злобная подземка. Раз, два, три, четыре. Морозим всех. Так, разгон дала. Так, 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 так. Ну-ка, 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 ну-ка. Жить, 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 жить. Ну все, супер. Разгон есть, не теряем разгон. Без проблем. Вот так вот. 12 пыток у нас ушло. Ну и получаем максимальные награды с этой подземочки. 492, 14760 значков и 130 самоцветов. Да, вот так вот, ребята, что теперь мы имеем? Можем фармить по 82 кгшки плюс дополнительно бонусом. Ну, давайте я сейчас не буду менять героев. Попробуем с вами 4-1 начать. Посмотрим, что же нас там ждет. Кошмарка 4-1. Ну, такое себе. Раз, два. Ну, тут уже герои более живучие, я вам скажу. Ух, как нашу тыковку слили. Ну, в принципе. Четвертый. Тоже пройдем, думаю. Посмотрим. Не будем начинать. В принципе, мы увидели, что нас ожидает. Так, ворожей. Ну, 79 тысяч опыта уже поприятней. Намного. Все, пишите комменты, подписывайтесь на канал, обязательно ставьте лайки, делайте репосты. Всем пока.